я вышел и задал министру вопрос конкретный, как члену правительства, связанный с тарифами на газ. Сегодня это волнует всех нас. Я сказал, совсем недавно 4,70 мы платили за газ. И это нас всех устраивало. Этот тариф мы могли оплачивать. Но вы обещали нам хорошую жизнь. Но вы нам, как пришли, дали газ сегодня официально по 23 лея. Но «Газпром», «Молдовагаз» затребовал порядка более 30 леев сегодня уже. Потому что они говорят, мы не можем покрыть. Цена 1480 долларов за 1000 кубов как раз и составляет сегодня то, о чем они просят. И к этому они придут на следующий месяц, может быть. А к зиме они могут прийти, если цена будет 3000 долларов. Вы можете себе представить, каждый человек, который сегодня зимой расходует 200-300 кубов, он вынужден будет платить 10 тысяч леев и более, до 15 тысяч леев. Поэтому я спросил, что делать вы предпринимать хотите? Какие шаги? А министр ответа не дал. Он говорит, господин Спыну занимается там где-то переговорами. Сегодня они говорят как? Там, где газ есть в учебных заведениях, детских садах, мы детей отправим на онлайн обучение. Как же это так? У нас вся Гагаузия газифицирована. Значит, мы должны отправлять всех детей на онлайн-обучение, что ли? С каким трудом нам это удавалось, чтобы подать газ в наши населенные пункты? И мы сегодня, имея газ, мы вынуждены многие не пользоваться газом ввиду дороговизны. Вы, уважаемые господа министры, вы что думаете, люди должны сегодня умереть от холода или от голода? Они должны думать, да? Они должны заботиться о людях. И если на это они не способны, тогда должны оставить это правительство, другие руки передать.